Приветствую, дорогие зрители, с вами Дилерон и Мини-Котик, это привет. Приветик, мяу. Продолжаем битвы монстров в Майнкрафте, сегодня у нас будет очень необычная битва. У нас будут сражаться опасные монстры с лаки-блоками. В общем, монстры против лаки-блоков. Я думаю, что вам это дело понравится, если понравится, обязательно поставьте лайк. Я, кстати, перестроил арену, теперь отсюда никто не сможет свалить. И все монстры, которые будут уметь летать, никуда не смогут свалить, потому что все ограждено и никто никуда не свалит. Так, идем, в первом сундучке у нас есть лаки-блоки. Есть счастливый, есть несчастливый. Ладно, фиг с ним. Я забираю несчастливый и возьму один рычажок. А ты забираешь счастливый лаки-блок, а также все яйца. Может быть, мы еще забурим иссушителя, но это ты пока не трогай. Это у нас будет на потом дополнительный квест. Так, давай где-то приземлимся. Я ставлю свой лаки-блок, ты ставишь свой лаки-блок, я поставлю сверху рычажки, и мы на счет раз, два, три их активируем. Давай, раз, два, три, активируем. Давай. И у тебя внутри был такой здоровенный спецназовец, который нападает на моего. Так, что-то я думаю, что Михалыч затащит. Так, Михалыч, давай, ты можешь, ты самый лучший. Спецназ, я давай. Думаю, что Михалыча ребята вообще все помнят. Он с нами вечно и в опасных битвах, и в веселых гонках Михалыч вечно нас донимает. Но сегодня у него задача убить спецназовца. Хотя я даже не знаю, возможно, ему будет сделать это довольно-таки легко. Слушай, позови-ка еще одного. Давай, заспавни, вернее, положи просто свой лаки-блок. Я тебе сверху на него эту фигню положу. Я думаю, так будет офигеннее. Так, теперь 20 спецназовца. И давайте, короче, нападайте. Так, Михалыч, приближается опасность. Он что-то подтупливает. Он такой, типа, там, да ладно, да я в алмазной броне, да мне море по колено, да что может вообще случиться? Так, а ну, иди ближе. Что ты убегаешь? Ты мужик, ты же воин, Михалыч. Сейчас на тебя нападет сзади спецназовец. Он вообще отвернулся, ничего не боится. Смотрит на него. Типа, ты мужик, ты чё? Так, Миха, опасность. У меня очень плохие предчувствия. У Михалыча уже половина здоровья. А спецназовцы такие, типа, ходят, типа, там, простая охрана такая. Мы ходим. Миха, справа опасность. Я реально, Михалыч просто забывает, что нужно вообще кого-то атаковать. Он такой, типа, там, да пошли вы к черту, не подходите ко мне. Я вообще очень опасен. Они такие стоят, типа, там, слушай, не знаю, там, спецназовец. Может быть, ну его нафиг, может, не будем подходить вообще. Забери хп. Так, а ну-ка, давай, Миха, ты какой-то не такой, кошка. Ну, толкай их ближе ко мне, своих спецназовцев. Так, а ну-ка, ты чё? Так, а ну иди, сражайся. Он иди, не хочет. Давай, иди, сражайся. Так, ты меня огорчаешь. Так, давай, короче, ты вот идешь и атакуешь. Смотри. Давай, вот его атакуй. Атакуй его быстрее, атакуй его насмерть. Так, все, он готов. Так, давай, Михалыч, фас его. Нет, несправедливость, нет, не должно было быть так. Так, шанс два. Так, шанс два, ты сможешь. Так, Миха, давай, Миха, ты сможешь. Миха, на тебя атакуют всякие. У них мало хп, ты справишься. Миха, давай, Мишаня, так, все, Мишаня одного заборол. Так, давай, вот этого еще заборим. Так, сейчас мы ему надаем. У него вообще 3 хп. Миха, как нефиг делать? Ну, конечно же, я понимаю, что кошачьи там вот эти вот победили спецназовцы, по идее. Но их все равно было двое. Так, давай, Миха, вот этого, нет, не кошку. Вот этого толстого, вот его. Так, стой. Не толкай его. Так, вот его, давай, Миха! Миха, фас его, Миха. Он не хочет вообще. Михалыч, ты меня огорчаешь. Сейчас тебе придется брать и толкать вообще. Ты должен быть более боевым воином. Так, а ну, подходи, Михалыч. И уходит. Так, давай еще раз, наверное, положи куда-нибудь лаки-блок. Я сейчас сверху его возьму, активирую. Тогда все, он его добил. Сейчас будет, короче говоря, более-менее равный бой. У моего 17, а у твоего сейчас будет полное здоровье. Так, где он там вообще? Так, вот я его вижу. Так, Миха, не тупи, главное. Нужно его фигарить. Я буду ему подсказывать время от времени, чтобы он не забывал вообще. Так, вот этого, фигарево. Так, Миха, сколько у него хп? Михалыча 14. Так, спецназовец, ты слишком опасен. Так, нужно. Так, давай, фигарево. Миха, все, Миха уже понял свою цель. Так, отлично. Просто нужно напоминать ему время от времени, иначе он забывает. Так, Миха, у тебя 14, спецназовца 30. Ладно, все, я не буду напоминать больше ничего Михалыча. Сейчас решится исход этой битвы. Да нет, он по-любому втащит. Давай, все, Миха победил. Так, отлично. Так, давай, сейчас я поубираю всякую фигню. Нафиг. Слушай, по-моему, он не понимает, что цели больше нету. Он поломался. Михалыч сломан. Так, давай какого-то заспаунивай вообще, кого угодно. Сейчас будем его забарывать. Так, к примеру, это снеговичок. Так, Миха, опасность, Миха. Мини-кошачий снеговик пытается на тебя напасть. Ты должен его убить. Миха, не спи. Ты должен атаковать его.
Миха, ты должен, ты справишься. Миха, вот этого, а ту его, куси, 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 куси. Не, Михалыч какой-то поломанный, давай, серьезно. Давай, давай, иди, иди. Миха, давай. Давай, Михалыч. Слушай, он как-то не сильно вообще воевать хочет. Либо не, нормально, все, он расчехлился. Он почувствовал, давай, что давай. На него направляется какая-то опасность. И нужно эту опасность ушатывать. Так, нет, 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 не мини-кошку, не мини-кошку. Вот этого, вот этого. Я по тебе иногда случайно тыкаю. Ага, да-да-да. И он пытается атаковать. Так, у этого 16, у Михалыча 10. Так, Михалыч, ты справишься. Михалыч, ты справишься, ты сможешь. Ты лучший, давай. Там осталось только на один выстрел. Миха, Миха, давай, Миха, ты сможешь. А, ну, хп. Ты что, сама его добила, что ли? Это он добил его? Нет, это он сам добил. А, так, у Михалыча осталось 8. Давай, наверное, мутанта какого-то, ну не знаю, только не скелета, мутанта, зеленое там такое крипера, яйцо давай. Есть. Ой, не-не-не, крипер это сильно жестко, давай мутанта-зомби, мутант-зомби, это будет более-менее нормально, да, вот это вот яйцо. Так, давай, вот этого нужно бить, так, давай, 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 Михалыч, Михалыч, давай, он пока ничего не заподозрил. Фигарь его, Михалыч, ты сможешь, Михалыч, ты лучший. Так, Михалыч, ты что, опять поломался, что ли? Нет, Михалыч не поломался. Михалыч уже атакует. Так, а ты вроде бы не сильно понимаешь, что тебя атакует, да? Теперь ты не понимаешь, что происходит. А, как интересно. Так, давай, ты должен его нормально атаковать. Так, Миха, давай. Миха, ты должен его разозлить. Опа, о, все, разозлился. Я уже думал, что все, не будет никакой схватки. Нет, ты посмотри, все, теперь он зол. Так, сколько у него хп? У Михалыча 7. Так, Миха, давай, Миха. Миха, ты сможешь. Я верю, ты же из Лаки Блока, ты же счастливый мой там воин. Победит. Так, у него 5. Ну, блин, он еще воскресать будет, зато у Михалыча на поджигание лук. Так, Миха, сколько у тебя? 4. Ой-ой-ой-ой, так, Миха, что там, у Михалыча уже 3. Миха, живи, давай, Миха, живи, умрет. Миха, 2 хп, Миха, ты сможешь, Михалыч, блин, не, ну нечестно, так, я зову еще одного Михалыча, так, Михалыч, ты должен всех забороть, так, давай, Миха, новый Михалыч, так, уже версия не знаю какая, так, вот ты, давай, вот этого вот мордастого, куси его полностью. Так, отлично, он его положил. Так, Михалыч, жги его, выжигай его, все, отлично, заборол. Давай еще одного такого же. Сейчас у меня Михалыч полный, его опять заклинил, он там стенку пытается убить. Ну, это Михалыч, да, с ним бывает. Так, все, давай. Сейчас почти на равных. Так, Миха, фигарь его. Ты сможешь. Да, за счет того, что у Михалыча на поджигание, это просто вообще офигенно. Блин, ну битва вообще просто мега крутецкая. Реально, если вам нравятся такие сражения, там не забудьте поставить лайк. И эти серии будут выходить гораздо раньше. Если не нравится, то будут, как обычно, какие-то другие проекты раз в неделю будут выходить. Так, давай, Миха. Миха сможет, так, 60. А у Михалыча сколько? У Михалыча 13. Слушай, я даже не знаю. Миха, если ты его с первого раза не убьешь, то это будет печалька. Не смотри, Михалыча вообще зажали к решетке. Он тут бедный стоит вообще просто в ужасе. Не знает, что происходит, что же мне делать? Это просто печалька. Так, а ну-ка. Миха, фигарь его, добивай. Что ты смотришь на меня? Миха, он еще встанет? Он не встал. Слушай, он не встал, это отлично. Так, о, что за фигня? Он же сдох. Посмотри, он же сдох, а на самом деле что-то он не сдох. Так, он Миха, фигарь его, он стал невидимым. Короче, твой мутант багнулся. Офигеть, Миха, я не знаю, где он. Миха, я сам в шоке, честно. Если я надеюсь, что он сдох. Слушай, он нет, еще не сдох. Так, кошка, фигарим. Бери меч и фигарь воздух. Окей. Он где-то должен быть здесь. Он вот должен тут, быть где-то здесь. Где-то так, вроде бы он вот сдох. Он. Так, где-то он здесь. Вот, фигарим его. Так, ему пошел отсюда. Так, он заспавнил еще целую кучу зомбаков каких-то. Офигеть, Миха, против тебя играют читеры. Так, я найду его. Какого фига вообще? Это нечестность. Кошка, возьми, заспавни свой лаки-блок. Лаки-блок поставь, я сейчас его активирую. И может быть, кажется, он сдох, либо нет. Так, в общем, я активирую твоего пацаненка. Он найдет невидимого. Так, все, он нашел его. Я знал, что так и произойдет. Нифига себе. Видишь, твой спецназовец, он знает где. Это читерство его не обманет. Так, отлично. Блин, кажется, они убили моего кореша. Да, они моего кореша убили. Все, я завалил его. Спецназовец, ты смог это сделать? Действительно, слушай, он вообще просто офигенный. Так, а ну-ка, давай-ка еще одного зомби настоящего. Где ты еще делаешь? Я тебя не вижу. Так, спавни своего зомбака. Я сейчас против него. Так, они и так сразятся. Да, им даже не нужно объяснять, что нужно драться. Сейчас, по идее, спецназовец втащит вообще. Может быть, нет. Круто. Так, я даже не знаю, за кого я болею. Я болею за спецназовца, потому что этот зомбак, он мини-кошачий, читерный. Так, он отвлекся.
Эй, эй, спецназ, сзади, сзади, сзади. Слушай, смотри, он вообще переключается с цели на цель так быстро. Да, он офигенный. Я даже не знал, что эти големы такие крутые. Я себе по-любому в нашем летсплее возьму, скрафчу себе какого-то такого железного голема, и он будет нас защищать. Это будет просто офигенно. В общем, если вы хотите, чтобы мы с кошкой закрафтили себе вот такого вот голема, чтобы он нас защищал, то пишите комментарии, мы себе сразу запилим. Правда, на него нужно вообще дофига железа. По-моему, где-то аж 36. Чё он орёт вообще? Смотри, он орёт, он призывает зомбаков. Все, отлично, слушай, он заборол. Это было просто офигенно. Так, я знаю, что нам нужно. Давай призови ко мне мутанта-скелетона. Там такое белое яйцо, называется оно мутант-скелетон. Чё-то типа того. Так, посмотрим, кто вот из них кого завалит. Так, а ну-ка давай, спецназ, заваливай эту кошку. Слушай, порвал! Офигеть. Просто на части. А ну давай двоих. Двоих давай. Мне интересно, слушай, спецназ здесь просто вообще офигенный. Руби их, не щадя, руби их. Так, это что-то не расчехлился, я смотрю. Так, а ну-ка давай, вот ты, так, давай, расчехляйся. Вот ты, давай вот этого офигаривай. Блин, он сдох. Так, кошка, мне срочно нужно твое вот это вот кубическое счастье. Давай, ставь ее куда-нибудь. Так, отлично, активируем. Так, где этот спецназовец? Так, вот этого офигарь. Вот этого, давай, фигарево. Так, все, отлично. Началась где схватка. Так, давай. Слушай, спецназовец, он просто вообще нереально жесткий. Офигеть. Он просто всех разрывает вообще на части. Он уже пошел следующего ушатывать. Так, ну-ка, давай вот этого ушатай. Так, давай. Ты сможешь. Слушай, он просто вообще убийца. Тут у нас еще какой-то хрен сидит. Так, ты, пират, ты вообще что сделаешь? Так, а ну, завали его. Так, нужно как-то его туда скинуть. Че сидишь вообще? Иди отсюда. Пошел. Он спрятался. Так, а ну, убей его. Бегают здесь всякие. Слушай, спецназ просто всех побеждает. Так, я, конечно, боюсь, но давай, наверное, постарайся призвать мне братишку Эндермена. Там такое черное яйцо. Так, а ну-ка, давай вот этого. Воу, что-то мне в глазах темно стало. Офигеть, ничего не вижу. Что происходит? Я всё вижу. Так, у меня глаза поломались. Так, спецназовец, давай, фигарево. Так, он где-то пошел убегать. Ну, блин, ну чертовы эндермены. Они вечно куда-то убегают, так вообще нечестно. Он убежал, все, он больше не вернется. Так, кошка, ладно, призови еще одного. Сейчас я спецназовцу дам новое задание. Так, вот этого вот хрена бери и фигарь. Так, черт не телепортироваться. Да он тоже убежал. Да, блин, у нас арена вроде бы большая, они все равно убегают. Ладно, хрен с ним. Так, давай тогда крипера. Я думаю, что крипер это будет вообще офигенно сейчас. Так, о, давай, крипера, вот этого, фигарево. Спецназовец, так, давай, братишка. Фейерверки. Так, давай, братка, ты сможешь. Нет, он его зафигарит. Да, он его вырубил. Так, ладно. Тогда я постараюсь, чтобы мой маленький Михалыч справился. Так, Миха, давай. Давай, атакуй вот это вот мордастого. Блин, какого фига он вообще все взрывает здесь? У меня же вроде бы разрушения отключены. Почему так происходит? Почему ты мне ломаешь всегда арену? Так не должно быть, ты слишком злой. Так, давай, фигарево. Слушай, он его зажигает прямо на расстоянии. Так, Миха, не прощай ему ничего. Ты должен его убить. Воу. Он крушит мою арену. После тебя все это, блин, достраивать придется. Миха, накажи его. Миха, ты должен его наказать. Он шипит за сидит. Так, Миха, бей его. Мишаня, давай. Миша, ты сможешь. В общем, за сегодня я так смотрю, что Михалыч и спецназовец, они все-таки способны на многое. Они реально могут всех забороть. Это просто самые реальные вообще пацаны. Так что лаки-боки они решают. Так, сейчас что-то будет. Кошка, отходи. Сейчас жахнет. Вижу, там кошка уже притягивает. Ой, да. Сейчас будет бабах. Все, бабах. В общем, Михалыч победил и продолжает убивать стекло. В общем, вот такие вот сражения у нас сегодня были. Надеюсь, что вам понравилось. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Дайте на мой второй канал. Кажите, канал, ссылки будут в описании. Также в описании будет много полезных ссылок. Можете по ним покликать. Посмотрите, во что мы еще играли. Также большое спасибо за ваши лайки. Нереально помогает развитию моего канала. В общем, до скорых встреч и всем пока-пока. Михалыч, скажи пока. Пока.